Короче, сделал все разгрузки. 2 часа ехал за пикапом, за загрузкой на Манхейм, на аукцион. Но уже он закрылся, хотя до 11 написано работает. Приехал, даже в 10 не было, он уже был закрыт. Но рядом есть Доминос Пицца, давно хотел Доминос Пиццу сегодня. Как-то так мало чего ел. В общем, сейчас поужинаем, будем спать завтра до утра. Утром будем делать пикап. Лос-Анджелес. This area? Mm-hmm. It's got a red flag on it. Okay. Так, это меня работник подвозил до машины на Infiniti. Они тут катаются на разных тачках. Вот, смотрите, F-Type стоят, ягуарчики спортивные. Уже можно покататься. Классно у них работа, каждый день катаются на разных тачках. Забираю Infiniti QX50 16 года, но, блин, тут тоже, смотрите, система. Вчера Mercedes новенький забирал, 2020. GLC 450. Там, конечно, больше экранов покруче, но тут тоже, смотрите, все сверху, снизу, со всех сторон, спереди, сзади. То есть очень удобно выезжать из всяких этих маленьких. Вот такая вот Infiniti QX 50 16 года. Ну ничего, так резво едет. Что-то заблудился, не мог долго выехать. Большая очень парковка. Первый раз так долго выезжал, хотя вроде меня быстро довезли. Сейчас будем грузиться. Ну, вот он, океан. Тихий. Лос-Анджелес. Утро раннее, 50 градусов. Фаренгейту. Солнечная погода. Классно тут есть. Рестерия прямо на берегу практически океана. Трасса проходит, хайвей прямо на берегу. Середина января месяца, хорошая погода, все зеленое. Не жарко, такая погодка здесь зимой. Комфортная достаточно. Так, тут вдоль побережья, который тянется там от Лос-Анджелеса до Сан-Диего, вернее, с Мексики, идет дорога вот эта вот, хайвей. И с одной стороны много домов, вилл, всяких комплексов жилых на пригорочке, получается, с видом на океан. И с другой стороны это уже там уже океан, тоже куча вилл всяких комплексов. Люди живут прямо на берегу океана. Очень интересное расположение. На холмах. Вдоль океана жизнь. Тут они живут, горы у них, короче, с одной стороны, а с другой стороны море. Но здесь море не видно, потому что они на пригорке, а те, которые на пригорке, видно. Вот, забрал вот этот вот рам, Dodge Ram. Все загрузил, переставил машину, потому что у него последним нужно доставлять. Все, сейчас едем еще за одной машиной. Едем в Монтану. Короче, на траке стерли задние тормоза. Надо менять сейчас срочно. Услышал. Хорошо, что услышал, что далеко не уехал. Сейчас купил, заехал в автомагазин. И тут по интернету нашли маленький shop repair. В общем, сгрузил трейлер. Вот так вот сгружается. Спускаются треноги и крутится, пока не поднимется вот это вот крепление. Когда это крепление уже поднимается, тогда отъезжает сам трак. Ну, обратно заезжает, и это все опускается дело. Меняет колодки. Тут одна колодка прикипела. Вот неравномерно стерлась. Диск надо менять, скорее всего. Лос-Анджелес. Горы, море.
Ну вот и Юта, горный штат. Большие снежные горы. Тут холодно, январь месяц. В Юте, оказывается, Солт-Лейк-Сити, там, где Олимпиада была. Сейчас я направляюсь туда, в сторону Солт-Лейк-Сити, по горной Юте. Ну, горы и просторы, на которых люди держат. Йеллоустонский парк, прям вдоль него будем проезжать. Уже, правда, темно, мало чего будет видно, и моросит дождик. Не успел заснять, тут такие сугробы были по бокам, два раза выше, чем вот здесь вот. Только что проехал, сугробища такие. Тут снег поливает, будь здоров. Здесь вот видно, какие сугробы. Зимняя деревня в Йеллоустонском парке. Снега тут, конечно, очень много.